Соединенные Штаты запустили в Украине программу поддержки децентрализации на 50 миллионов долларов. В течение 5 лет финансовую и консультационную помощь получат 75 лучших объединенных общин. Первые 25 уже отобрали. На Прикарпатье они практически пример децентрализации в деле. Жители 6 сел одними из первых объединились в общину Верхня. Говорят, не жалели ни минуты, ведь местный бюджет до этого составлял 200 тысяч долларов. Теперь 1,5 миллиона. Мы активно работаем с прооновскими проектами. 4 раза подряд выигрывали в областных проектах поддержки. Все это дополнительные деньги для развития нашей общины. И только глупый не хочет воспользоваться таким шансом. Воспользоваться предоставленным шансом решили и в этот раз. Как только узнали о программе финансирования от агентства США по международному развитию, сразу решили, что должны в ней поучаствовать. При отборе показали комиссии свои реальные результаты. По состоянию на 1 сентября мы сделали капитальный ремонт нашей начальной школы. Также мы открыли группу в детском саду. У нас очень много детей. Ремонт еще 2 школ фактически на стадии завершения. Еще мы начали ремонт дорог. Его мы решили делать по инновационным технологиям. Можем себе это позволить. Как говорит сам директор проекта Берри Рид, критерии для отбора общин были очень жесткими. Помимо предоставления уже достигнутых результатов, претенденты выполнили и ряд тестовых заданий, в частности психологических, экономических и на знание законодательства. Что мы будем делать теперь после успешного завершения отбора? Во-первых, программа начнется с разработки стратегии развития для каждой конкретной общины, учитывая ее уникальные потребности. Мы проанализируем, что сейчас есть у общины и чего ей не хватает. Все это поможет нам нарисовать дорожную карту, с помощью которой мы преобразуем общины. Дороги, школы, детские садики, больницы, поликлиники, другие учреждения. В эту карту войдет все. За неполных 2 года проведения децентрализации уже созданы 172 общины. Еще 76 ждут выборов. При этом местные бюджеты по сравнению с прошлым годом возросли практически наполовину – на 1,326 млн долларов. В Кабмине темпами реформирования удовлетворены. Создание современной и эффективной системы местного самоуправления – это один из личных приоритетов в работе. Потому что мы должны создать действительно функционирующий механизм, который даст возможность объединенным общинам жить по-европейски. А для этого нужны и полномочия, и ресурсы. А вот для успешного завершения децентрализации по всей Украине необходимо принять еще около 10 законопроектов. В профильном министерстве заверяют, все они уже разработаны и переданы на рассмотрение в комитеты Верховной Рады. Маргарита Стецюк, Евгений Савицкий, UATV.